Здравия желаю. Значит, разговор пойдет про БГТ на умножение энергии. То есть я подпоказал, по-моему, никто ничего не понял. Сейчас я хочу показать, как это можно использовать практически для получения, как говорится, свободной энергии. Для этого, как всегда, зарисуем. Значит, такая схема. Это инвертор. Так. Это АКБ. Батарея, напишем. И вот тут пошло с инвертора выход 220 вольт. Ставится выпрямитель. Вот тот, что показывал, 16 вольт, 4,5 ампера номинальная его мощность. А к нему вот параллель АКБ. Но не одно, а два. Вот два. Два же параллельно. Вот они. Плюс. Плюс. Плюсы вот так вот соединены. Минус. Минус. Тоже соединен. Как я показывал вам, никто не понял, я так подумал, что при сдвоенном, когда не одну заряжаю батарейку, а две, получается то же самое энергия тратится с выпрямителя. Там 30 или 40 ватт где-то. 40 ватт в час. 40 ватт в час. А выходит здесь как 80 ватт. Понимаете? У нас что получается? Мы заряжаем через инвертор. Вот эта батарейка. Заряжаем две батарейки. Так. Оставляем сюда 80 ватт в час. Оставляем 40 ватт. 40 ватт. В этой батарейке не трогаем. 40 ватт. Ну так как они сдвоены, там не получится. Ну, в общем, 40 ватт оставляем. А 40 ватт мы уже вот можем пользовать. Сразу. Это потребитель. Вот и все. То есть схема простая, но никто не понял, как я понимаю. Я еще ее проверю. У меня инвертор есть. Надо вот три батарейки. Вот эти батарейки тут показывал. Это старье. Батарейки две, у меня две. Надо три новых. Инвертор у меня есть, и все. Выпрямитель есть. То есть, когда достану три новых батарейки, вот, так уже наглядно покажу это все. У кого это есть, можете применять. Пробовать. Ну, как показали опыты с замерами, все это работает.